Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про скидку. 11.11. Это у нас Черная пятница. И под нее часто всякие там акции, скидки. И в нашем мире танков тоже такое сейчас есть. Какая-то скромненькая, малюсенькая новость. Называется она «Дарим 11 купонов на скидку 11%». Можно зайти на официальный сайт мира танков и забрать свои купоны. После того, как вы нажмете кнопку «Забрать купоны», которую можно нажать до 14 ноября 12.00 МСК, у вас с этого момента, как вы нажмете кнопку, будут доступны одни сутки на то, чтобы потратить эти 11 купонов. Я зашел на сайт, нажал эту кнопку, и появились у меня в пре-магазине эти 11 купонов. Нажал на купон, и он мне показал все, на что действует скидка. И, честно говоря, вообще никакого прям ажиотажа или интереса у меня это не вызвало вообще. Что-то даже как-то особо неинтересно. Поскольку скидка работает, получается, на все виды прем-дней и на все виды голды. Тут есть пакеты прем-дней от 3 дней до 360 дней и пакеты голды от 500 до 25 тысяч. Получается, что бы мы ни выбрали, действует купон на 11% скидки. Также еще на все премтанки, которые продаются в прем-магазине, тоже действуют эти купоны. При этом при всем премтанки недавно пополнились, и здесь есть новинки и довольно неплохие. Честно говоря, эта акция почему какая-то неудачная? Поскольку она примерно за месяц до того, как начнется Новый год в игре «Мир танков». А там будут новогодние коробки. В новогодних коробках будет и голда, и прем-дни, и остальные всякие плюшки. Также еще, возможно, будут прем-танки старые, новые. Поэтому, если вы на Новый год собираетесь что-то покупать, то эта акция теряется вообще полностью, поскольку новогодние коробки все время было выгодно покупать. Ты всегда с ними уходил в плюс. Но ты там не выбирал, что конкретно ты хочешь купить. То есть, если вы на Новый год не собираетесь коробки покупать, то эта акция, возможно, и имеет какой-то смысл с 11% скидки. Если же на Новый год вы собираетесь что-то покупать, то через месяц вы накупите и все получите. Вот, допустим, у меня прем-аккаунта больше, чем на год. При этом я не покупал прем-дни вообще, вот просто вот в прем-магазине зайти целенаправленно купить прем-дни. Непонятно, зачем это делать. Если покупаешь новогодние коробки, у тебя потом очень много голды с избытком, потом тратишь ее на все, что хочешь. И прем-дней тоже навалом. Поэтому два товара из этой акции 11% скидки вообще сразу выпадают. Прем-дни нафиг не нужны, и голда, она будет с новогодних коробок, если ее покупать. Если покупать коробки. Но вот, допустим, на месяц купить, если у вас кончился прем-аккаунт, и вы будете покупать коробки, то, ну, можно купить месяц према со скидкой. Ладно, это лучше, чем без скидки. Или если голда кончилась, она вам зачем-то нужна. Но в общем и целом, это как-то бессмысленно. Если вы вкладываете в игру много денег, то вы в любом случае, скорее всего, будете покупать коробки. И у вас и так много будет прям дней и голды. То есть, скорее всего, эта акция имеет смысл для тех, кто мало вкладывает денег в игру. И ему там на неделю или на месяц надо прям аккаунт или чуть-чуть голды. Поскольку если надо много, скорее всего, оно будет бессмысленно, поскольку, скорее всего, вы купите коробки. Либо же у вас кончилась голда и вам она нужна. Тоже можно воспользоваться. Ну и покупка прем-танков. Наверное, это основное, для чего эта скидка нужна. Но с новогодних коробок тоже танки падают. Прем-танков здесь продается очень много. Есть новинки, есть те, которые тут продаются уже лет 10. Я же остановлюсь на самых интересных и те, которые точно не стоит покупать. Вот, допустим, старый добрый лев, я не так давно на нем играл, он все такой же простой, удобный, на нем много можно фармить. Ставишь на нем закалочку, турбинку, досылатель и едешь в рандом нагибать. Танк супер простой, его там улучшали пару раз, он вполне себе нормальный. Он, конечно, не имба, но на нем супер легко играть. Ну, для тех, кто умеет играть на тяжелых танках. Также Type 64, ЛТшка 6 уровня, она всегда была хорошей. Для любителей поиграть в песочке пойдет. Супер Першинг, не знаю, он такой старый, вроде его там улучшали пару раз.
Когда-то давно он был супер бронированный и классный, сейчас, честно говоря, вообще не знаю. Сегодня, возможно, я его покатаю на стриме, но что-то уже есть сомнения, что он классный. Также ИС-6 продается здесь, но его лучше взять за боны, и это будет бесплатно. Танк вполне себе ок. Одна из новинок Сомуа СМ, хороший французский барабанный тяжелый танк с очень хорошим орудием, быстрая перезарядка, много снарядов в барабане, пробитие, комфорт, все классно. Единственное, что он не супер бронированный, особенно башня, но танк вполне себе классный. Вот это реально один из немногих танков, на который стоит обратить внимание в этом премагазине. Также еще недавно добавили защитник или 252У. Они оба здесь продаются. Отличие только в том, что у одного есть встроенный камуфляж, у другого нет. А так они полностью одинаковые. Танк все такой же хороший, как и был. Да, у него кривоватая пушка, но большая альфа, нормальное пробитие, хорошая броня. Именно что советский тяжелый танк. Не сказал бы, что он супер комфортный, но он сильный. ЛТ-432 очень неплохой, вполне себе неплохая ЛТ-шка. Можно обратить внимание на нее. Остальные же танки, они либо с особенностями, либо такие вот узконаправленные. Есть тут, конечно, тоже еще неплохие танки, но далеко не имба. Но вот какие танки точно не стоит вообще даже внимания на них обращать. Это какой-нибудь ФВ-4202. Это очень устаревший мусор. 59 Паттон, это просто ужас. С этой кастрюлей на голове это вообще невозможно. Пантера 8.8, оно устарело лет 10 назад, еще когда появилось. Конечно же CDC вы их в рандоме не увидите, и неспроста, поскольку оно уже ну просто жуть. Т-34, честно говоря, на фоне льва вообще непонятно зачем существует. Да и вообще на фоне всего, что есть в игре, это конечно жуткий танк. ФЦМ, вряд ли вы сейчас его как-то реализуете. Раньше он был какой-то редкий, его из игры убирали, а сейчас он продается за 2420 рублей. Я покупал когда-то его за 1400 рублей, сейчас он на 1000 подорожал за все эти годы, но играть, конечно же, на нем в рандоме нормально не получится. Также еще ВК-168-01П, это просто ужасный танк, огромный, медленный, с ведром на голове, при том, что у него и так брони немного. Т-25 пилот номер один. Тоже очень слабый танк. Ну а все остальные это такие среднячки непонятные, которые некоторым нравятся, некоторым нет. В общем и целом эта акция как-то не впечатляет, не вызывает какого-то вообще ничего, честно скажу, вообще просто вот пофиг. Она вот вообще не нужна, поскольку скоро новогодняя мишура всякая будет. Максимум, что вы можете это взять прям аккаунт по скидке на месяц, если его у вас нет и все. Ну, может быть, голды купить. Или какой-то танк купить. Либо Сому СМ, либо защитника. Но в общем и целом, если такое количество хороших танков добавили на постоянку в продажу, то возможно в этот год мы увидим новые сильные прям танчики. Хотелось бы, поскольку старые уже надоели. Пишите свое мнение про акцию в комментариях. Подписывайтесь на канал. Также на остальные мои ресурсы. Не забывайте подписываться. Всем удачи и пока. А, да, играйте красиво, конечно.